Сегодня жители также могли выразить свое мнение относительно концепции благоустройства набережной вдоль улицы Шмидта. На выбор избирателей предлагается два дизайн-проекта. Та концепция, которая наберет наибольшее число голосов и будет использована при благоустройстве набережной. То, каким город будет завтра, жители Щелковского района определяют уже сегодня. Все, значит, у нас приходят со своими брошюрками. Они уже заранее подготовлены, изучены всей информацией. Вот. И, значит, мы сканируем QR-код. И они сами опускают вот в эту урну. Вся предоставленная информация у нас на стендах. В брошюрах также все об этом рассказано. Вот. То есть мы очень довольны, работа идет, все очень хорошо. Мне это не все равно. Мне хочется, чтобы лучше был и город, и район, и наш поселок. Ну и Щелково, конечно. И вообще, чтобы лучше в стране было, скажу так.